На службу Вознесения Господня всем приходом, на праздничный концерт всем селом. Престольный праздник в Барановском объединил и детей, и взрослых. Чаю, чаю, чаю попейте. Чаем с домашними пирогами и сладостями угощали всех желающих на территорию Вознесенского храма, по-деревенскому гостеприимно и от души. Издавна принято было на Руси престольный праздник, День села, отмечать вместе в один день. Но так как по старой памяти в селе Барановское, еще когда давным-давно здесь был Троицкий храм, и принято было День села отмечать на Троицу. У нас вся программа сегодня фольклорная, все о России, все радостное, веселое, чтобы народ гулял, радовался этому светлому празднику. Потому что они русские народные, ну, не из другой страны, и их народ сам придумывает, и они как бы в них можно, ну, поймать смысл. 11 лет назад в селе Барановское построили новый храм Вознесения Господня. Сегодня большой православный праздник вспоминает не только события, описанные в Евангелии, но и старается понять его смысл. Смысл заключается в том, что мы как бы расстаемся с Господом, но Господь уходит на небеса для того, чтобы навсегда быть с нами. И мы здесь, живя на этой земле, тоже должны свое сердце направить таким образом, чтобы, живя здесь, принося добрые плоды своих добрых дел, всегда мечтать о том, чтобы соединиться со своим небесным Отцу. Каждый человек, наверное, находит свое место, где ему хорошо. Вот мне здесь очень хорошо, моя душа здесь. И вы знаете, батюшка настолько располагает к себе. И вот, вы знаете, вот люди к вере возвращаются благодаря и батюшке, и благодаря этому храму. Это наш дом. Кто здесь нашел себя, это просто дом наш. Наталья Ляхова, бывшая военнослужащая. 8 лет назад майор вышла в отставку, вернулась к своим корням, на родину своих предков, в деревню Богатищево. Очень приятно видеть сегодня много молодежи. Почему? Да потому что за ними будущее Барановское, будущее нашей Малой Родины и будущее нашего православия. И то, что мы им дадим, они пронесут через долгие-долгие годы. Мирного неба нам. Пусть наши дети, внуки радуют нас, посещаем храма своим ежедневным поведением и тем, что они растут и приносят нам счастье. С праздником вас! Чтобы праздник в душе присутствовал почаще. Потому что мы иногда за огородами, за всеми делами, не часто можем и собраться, а вот именно в такой день, а в каждом селе вот такой день должен быть, где можно встретиться и переговорить по многим-многим делам. Глава района отметил наградами настоятеля храма протоиерея Сергия Рыбакова, а также всех тех, кто работает в Барановском, лечит жителей, благоустраивает родное село, несет послушание в церкви и прилагает усилия, чтобы родная Барановская земля развивалась и процветала. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.